видите, сзади меня происходит тренировочный процесс, но он необычный тренировочный процесс, потому что сегодня у нас проходит первый всероссийский турнир по прыжкам в воду среди любителей. Мы дали людям возможность преодолеть себя, да, то есть я знаю, большинство пришло те, кто боялся прыгать в воду, и вот они не просто, да, смогли прыгнуть, но еще прыгают при этом грациозно и красиво. Сюда приходят люди уже осознанно. Они хотят научиться прыгать, понять, что такое прыжки в воду. Прыжки в воду в себя включают не только задачу прыгать в воду, но и акробатика в зале, прыжки на батуте, растяжка, то ФПС, ФП. Более 5 видов спорта включен в один вид спорта. Очень у нас много людей, которые прям прониклись этим видом спорта и доходит то, что они книги начинают читать, ходить на тренировки не два раза в неделю, а по 4 раза в неделю. По 6 даже некоторые ходят. Так, очень нравится прыгать, это очень весело, очень захватывающе. У нас соревнования очень страшно, волнительно. В целом здесь очень уютная атмосфера, приятная. Кто не знает, чем заняться, обязательно приходите, попробуйте. Я люблю высоту, и мне хочется научиться как-то координировать. Да. Занимаюсь с сентября, очень нравится. Хочу подчеркнуть то, что он доступен всем. То есть до этого я не представлял то, что можно делать достаточно тяжелые элементы мне. То есть для меня это было мечтой. Всегда мечтал, а за год научился все, что хотел вообще всю жизнь. Ребят, приходите, это затягивает, это интересно. Нужно просто взять и попробовать. Я боюсь высоты. Теперь я ее не боюсь. Вроде пришла, понравилась, вот теперь хожу, и интересно. Прыжки в воду – это уникальный вид спорта, который я всем советую. И мне нравится, тут хорошая обстановка просто. Приятно. Пошел заниматься, потому что мне нравится прыгать. Нравятся прыжки, в принципе. Хочу сказать, что сегодня происходит, наверное, настоящая революция в прыжках в воду. Потому что такого мероприятия, которое будет проходить в этом бассейне, не было ни в СССР, ни уже в наше время. И мне приятно, что прыжки в воду стали более близки к обычным людям. И этим видом спорта может заниматься, на самом деле, любой. If today was your last day, and tomorrow was too late, could you say goodbye yesterday? Would you live each moment like your last? Leave old pictures in the past. Donate every dime you have. If today was your last day. Очень волновалась сначала, очень рада, что заняла место. Мне очень страшно было, вообще теперь очень приятно, на самом деле. Не знаю, что еще сказать. У меня самоудовлетворение, и все. Просто я счастлив, так сказать. Это было некое ноу-хау, но я был настолько в восторге от того, что продемонстрировали сегодня
наши замечательные спортсмены с большой буквы, можно так сказать, потому что прыжки были на самом высоком уровне, судейство было замечательно, и вообще был сегодня праздник просто, атмосфера праздника. Я всех поздравляю, все чемпионы, все молодцы. Пол оборота назад и вперед, не стой. What's worth the prize is always worth the fight. Every second counts, cause there's... 8, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Алсания Алиса, спад назад. It's the day of the day. Could you say goodbye to yesterday? Would you live me? Киноченко Оксана, спад назад. Donate every dime you have. Алена Латышева. Полтора оборота вперед и сзади, стойте 3 метра. 9, 8, 8, 8, 8. Арина Пипикова. Полтора оборота вперед и сзади, стойте в группировку. Полтора оборота вперед и сзади, стойте в группировку. Восемь с половиной, 9, 8, 8 с половиной, 8 с половиной. Виктор Корпов. Пол оборота вперед и сзади, стойте в положении, согнувшись. What you call on friends you never see. 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8. Вениамин Антонов. Пол оборота назад из передней стойки. 10, 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
просто очень шикарный день, впечатление масса. Особенно, когда получаешь десятку или четверку. Ну, я, честно говоря, завидую ребятам, потому что из-за огромной работы, которую мы делаем с Гальперином, нет времени тренироваться. Но, надеюсь, к весне что-то получится. Так что это было прекрасное событие, прекрасная организация. Так что спасибо всем. Могу сразу сказать, что весной вице-президент Федерации, наверное, исполнит пару полуторных прыжков с трамплина 3 метра, а может быть, из пятерки. Это Абдували Усманов.